Чего хотят женщины? Я и тварь, я и мама, я и брат. Как все странно. Я прическу подниму. Так. О, похоже на жуткую перхоть. Уложим, уложим. Так. Теперь тушь. Вот так. Так. Красивые ресницы. Черт, жжется. Ну хорошо. Более утоляющее. А, прекрасно. Так. А теперь самое главное для начала. Для начала правая ножка. О, чудесно. И горячий, очень горячий воск. Вот так. А, господи, как горячо. Испытание для настоящих мужчин. Отлично. Прошел. И дальше. Так, накладываем салфетку на покрытую воском поверхность. Вот так, салфетка. Да. Ну, даже приятно. Почему женщинам это так не нравится? Сорвите салфетку в направлении противоположном росту волос. Значит, на север. Так, один, два, три. О, боже. Они чокнутые. Чтобы я еще хоть раз... Не знаю. Что же они делают со второй ногой? А, ну, конечно, девочки, надо прикрыть наши раны. Да. Оп. О, так. О, черт. Да. Так. Для этого ловкость нужна. Так. Ну что ж. Почти. Так. Готово. Милый, ты сразу сбросил пару килограммов. Так, где мой бюстгальтер? Это очень опасно. 90 несчастных случаев.